Инструктор Митчелл, вон он, на предпоследней дорожке. Спасибо. Сержант Митчелл? Да? Я следователь Карло Валенти. Вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов касательно одного из моих дел? Девушка, я над расследованиями уже давно не работаю. Сомневаюсь, что смогу чем-то помочь. Это касается старого дела, но мне нужно узнать о нем побольше. Дело Кирстена. Это потому, что вы не нашли файл, да? Да, правильно. Файл засекречен. Вы не хотите попрактиковаться со мной в стрельбе? Да, конечно. Пистолет прямо перед вами. Вперед. Вы очень хороший стрелок. Должен сказать, вы гораздо лучше почти всех, кого я тут видел. Итак, что вы хотите знать о деле Кирстена? Ну, например, что именно тогда произошло? Парень по фамилии Кирстен мирно закупался в местном супермаркете. Когда он был в отделе кухонных принадлежностей, кто-то схватил нож и зарезал его. Убийцу нашли? Он никуда не уходил. Когда его нашли, он сидел на полу возле тела жертвы, будто ждал нас. У него было такое отрешенное выражение лица. Может, он просто психанул, взял и слетел с катушек. Некоторые люди как бомбы с часовым механизмом. Я так и думал, пока не прочитал отчет патолога-анатома. Каждый удар ножа точно перерезал артерию, ведущую к сердцу.
Удары были такие точные. Я хочу сказать, у парня был один шанс на меня. Даже если бы он был опытным хирургом. Убийца не пытался объяснить свой поступок? Когда я прибыл на место преступления, он ничего не помнил. Он разговаривал, но его речь была бессвязной. Он не уставал повторять, что это сделал не он. Это все, что я видел в этом. Отлично стреляете. Да у вас это от природы? Но вы же не бросили на этом свое расследование? Нет, это дело меня заинтриговало. Какой же у него был мотив совершить такой поступок? Я перерыл горы материала и практически случайно узнал, что это не первый подобный случай. Были и другие идентичные убийства. То есть, когда убийца действовал так же бессмысленно, а потом впадал в ступор? Точно. 3 недели раньше на другом краю города была еще одна жертва. Прямо посреди улицы, без всякого мотива. Затем я нашел 3-е дело, которое было еще раньше. Затем еще и еще. И все время одинаковый почерк. И во всех случаях виновного арестовывали? Нет. Они либо совершали самоубийство до нашего приезда, либо слетали с катушек. Но каждый раз удары были одинаковые. Жертве всегда с невероятной точностью перерезали артерии. Затем убийца вырезал себе змей на запястьях. А ваше расследование убийства в магазине, оно к чему-нибудь привело? Бросайте это дело, детектив. Это не просто убийство. За ним кроется что-то очень странное. Похоже, нужно открывать новое дело. Я серьезно поработал над расследованием. Сделал все, о чем просила Карла. А теперь я просто хочу расслабиться и поиграть в баскетбол. И заодно решить наш с Джеффри спор.
Йоу, Джеффри, клевые шмотки! Как стильно! Ты меня этим вообще доводишь? Так, правила такие. Тот, кто первым наберет 10 очков, выигрывает и получает 200. Согласен? Скажи пока своим денежкам. Посмотрим, поехали. Да, это была сущая поэзия движения. Чем больше я с тобой играю, Джеффри, тем яснее вижу, тебе пора за шашки. Он проходит защиту, прыгает и забивает. Леди и джентльмены, это лучшая игра дня. Йоу, для белого копа ты неплохо мяч гоняешь. А ты неплох, совсем неплох. Играть умеешь. Наверное, мне надо было сказать, что я играл в колледже. Ну, а что насчет сотни, то это мы проехали. Тайлер, ты просто засранец. Знаю, за это ты меня и любишь, Джеффри. Лукас Кейн. Настер, наш титлан, кастанечли, квеш титлан, наш титлан, кастанечли, настер, квеш титлан. Thank you.
Страшная история Лукаса мучила меня всю ночь напролет. Мне нужно было увидеть его, поговорить с ним. Нужно было узнать, что сказала ему Агата. Я хотел взглянуть своему брату в глаза и услышать правду. У него дома я раньше не был, поэтому его квартиру нашел не сразу. Лукас Кейн, вот. Лукас! Лукас, открой дверь! Лукас! Готов поклясться, я слышал крик из квартиры. Портье сказал, что Лукас дома, но он не открывает. Лукас в опасности, другого выбора у меня нет. Лукас! О боже! Лукас, ради бога! Ты сошел с ума? Что с тобой? Стены! Стены унесло! Ветер, буря! Я... Лукас, зачем ты это сделал? Меня пытались убить! Во имя всего святого, Лукас! Тут никого нет, только ты и я! Когда я пришел, ты был один! Совсем один, Лукас! Маркус, что со мной происходит? Я не понимаю, что происходит! Все будет хорошо, Лукас. Все будет хорошо. Я помогу тебе. Вот увидишь. Долго же ты. Я была в душе. Ну, какие успехи? Ничего, тупик. Установить, где распечатали закладку для книжки из забегаловки, невозможно. На ней полно разных цифровых кодов. По мне, так это просто куча циферок. Я подумал, может, у тебя будут какие-нибудь идеи? Может, отправишь ее мне по факсу? Я все равно пока не устала. Как раз перед сном и почитаю. Хорошо, сейчас вышлю. Если тебя вдруг осенит, позвони мне. Я тут еще немного побуду, сегодня ночка будет долгой. Хорошо, я перезвоню Тайлер. Такой холодной зимы не было уже давно. Ненавижу зиму. Все вокруг затихло, застыло, будто все умерли. Надеюсь, это скоро закончится. Thank you.
Кто там так поздно? Я никого не жду. Я не могу выйти наружу в таком виде. Мне стало скучно, и я подумал, что ты, как моя хорошая соседка, согласишься разделить со мной скуку и эту бутылку отменного шабли. Как твоя дружественная соседка, Томми, я и не подумаю отказаться от твоего скучного предложения и от твоего вина. Думаю, даже у такой закоренелой холостячки, как ты, где-нибудь в доме найдутся винные бокалы. По-моему, где-то они у меня были. Садись, Томми, а я пока их найду. Хорошо. За что? За любовь, конечно. Я за это выпью. Как дела на работе? Хорошо. В этом месяце я и моя инвестиционная команда на втором месте по годичной прибыли. Неплохо, да? Некоторые мои сослуживцы уже завидуют. Да ну их к черту. Я буду делать все, что захочу. Я рада, что ты опять улыбаешься. У всех нас есть в жизни черные и белые полосы. Я всегда думал, что жителям Нью-Йорка плевать на гомосексуализм.
Они же такие просвещенные. Как я ошибался. Нас все еще считают ненормальными, в отличие от нормальных людей. А ты как? С бизнесом у вас все хорошо? В газетах все время о росте преступности пишут. По крайней мере, ты можешь считать себя полезной. Не совсем. Знаешь, когда ты оглядываешься вокруг и видишь на улице 10-летних детей под кайфом или с пушками, тогда я чувствую, что толку от тебя немного. На улицах все больше детей, и мы не можем с этим ничего поделать. Разве что в тюрьму посадить. Иногда я об этом думаю и впадаю в депрессию. Хватит болтать. Смотри, что у меня есть. Карты Таро? Я прочитаю твое будущее. То есть ты знаешь, как ими пользоваться? Моя бабка была экстрасенсом. Когда я был ребенком, она научила меня читать карты. Она передала мне свой дар видеть. Знаешь, все сбывается. Что карты говорят, то и происходит. Ну что ж, давай посмотрим, встретишь ли ты свою любовь или умрешь старой морщинистой девой. Хорошо, мистер Цыган. Скажи, что мне нужно делать? Все просто. Сначала возьми карты и перемешай их. Бери две карты. Тебя ждут темные времена, побег и ужасная опасность. Возьми еще две карты. Ты не одинока. Ты кого-то преследуешь, и я не понимаю его. Он хранит страшный секрет. Возьми еще две карты, пожалуйста. Проклятие. Великие мучения и страх. Я вижу ужасную смерть и депрессию. Ну да, пришел подбодрить, называется. Серьезно, Карло, извини. Все это оказалось вовсе не так весело, как я думал. Ничего, Томми. Давай посмотрим, что за ужасы готовит мне судьба. Вот еще две карты. Один ребенок, две судьбы. Одна ведет к жизни, другая к смерти. Карла, наверное, нам пора остановиться. Прости, не знаю, что случилось. Я такое в картах первый раз вижу. Обычно они ничего такого не показывают. Не извиняйся, Томми, это же просто игра. В предсказание судьбы я все равно не верю. Ну, мне пора домой, уже поздно. Доброй ночи, Карла. Доброй ночи, Томми. Рада была пообщаться. Ты в следующий раз не пропадай, хорошо? Обещаю. Неужели у меня все будет так плохо? Он упомянул о ребенке. Я, конечно, во все это не верю, но все равно страшновато об этом думать. Обычно я не люблю оставлять Сэм дома одну, тем более сейчас. Но эта закладка меня заинтриговала. У меня такое чувство, будто я держу в руках ключ, который приведет нас к убийце. Я знал, что подбираюсь к нему,
Поэтому решил не идти домой, пока не выясню, что означает этот клочок бумаги. Закладка из книги убийцы. Здесь буквы и цифры. Интересно, что они значат? Есть. Нужно позвонить Тайлеру. Тайлер Майлз. Это список курсов ценных бумаг. Нашу закладку напечатали в банке. Список курсов? Откуда ты это знаешь? Слишком долго объяснять. Должен быть способ определить, в каком банке он был напечатан. Да, правильно. Черт, должен же быть способ. Первый, кто его найдет, позвонит другому. Лучший жареный цыпленок. Это утка за дочка. Отлично! Извини, что беспокою тебя, Томми. Ничего, я все равно пока спать не хочу. Что я могу для тебя сделать? Я насчет своего расследования. Я подумала, может, ты ответишь на мой вопрос. Я хочу узнать, можно ли определить банк по распечатке списков курсов ценных бумаг? Обычно да. В банках печатают на бумаге с водяными знаками. Там на ней есть код банка. Код банка на водяном знаке? Хорошо, я проверю наш документ. Спасибо, Томми. Спокойной ночи. И тебе, Карла. Есть! Нужно позвонить Тайлеру. Да? На нашей закладке должны быть водяные знаки с кодом банка. Я проверю и сразу тебе перезвоню.
Думаю, я понял. Тайлер? У нас есть код. Теперь можно будет без проблем определить, из какого банка эта бумага. На этот раз убийца попался. Думаю, завтра я наведаюсь в банк. Хочешь, я схожу? Хорошо, иди ты. Встретимся потом в участке и все обсудим. До завтра, Тайлер. До завтра. Наконец я убедил Маркуса меня выпустить. Я проспал почти весь день, а он остался, чтобы присмотреть за мной. Пора было вернуться в реальный мир. Мое самочувствие стремительно ухудшалось, и с душевным спокойствием дела обстояли не лучше. Я чувствовал, что ухожу в пустоту. Я знал, что пройдет немного времени, и я сойду с ума. Я следователь Тайлер Майлз, полиция Нью-Йорка. Полиция, они меня нашли. Порванная распечатка. Наверное, я использовал ее для закладки. Так-так, лучше мне это спрятать. Ричард Третий. Я часто читаю Шекспира. Люблю его спокойное отчаяние. Маркус подарил мне эту книгу вместе с той, которую я оставил в забегаловке. Лучше убрать ее с глаз долой. Здравствуйте, я следователь Тайлер Майлз, полиция Нью-Йорка. Вы Лукас Кейн? Я хочу задать вам пару вопросов. Вопросов? О чем? Я расследую дело об убийстве, и у нас есть основания полагать, что убийца работал в этом банке. Что вы хотите узнать? Вы можете подтвердить, что это распечатали в вашем банке? Интересно, он что-нибудь скажет про водяные знаки? Эта бумага действительно отсюда. На водяных знаках стоит наш код. Можно узнать, на чем она была распечатана. Менеджер мне уже все рассказал, но как знать, может, еще что-то узнаем. На такой бумаге покупатели ценных бумаг печатают биржевые сводки. В банке таких людей около сотни. Этот парень очень напряжен. Наверное, переживает из-за того, что его допрашивают. У вас проблемы, мистер Кейн? А? Нет, 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 нет. Есть ли способ установить, где напечатали конкретно этот документ? Нет, на самом деле нет. Наши принтеры не оставляют своего кода. Свидетель помог нам составить фоторобот подозреваемого. Вы не могли бы на него взглянуть? Никого вам не напоминает? Эй, напоминает многих моих знакомых. И на меня чем-то похоже. Вы правы, эти фотороботы могут быть похожи на многих людей. Да, долго же мы будем его искать. Фоторобот нам не очень-то помог.
Вы в последнее время не замечали здесь ничего необычного? Мне рассказали о том, что вчера устроил тут этот парень. Интересно, расскажет он об этом? Да, я... Ну, на самом деле у меня случаются эпилептические припадки. Они бывают довольно редко, но могут быть сильными. Как раз вчера у меня был припадок, и боюсь, я тут устроил шоу. Здесь это единственное необычное происшествие за последнее время. Странно. У него перевязано запястье. Интересно, что с ним произошло? Что у вас с руками? О, это я поранился, когда дома кое-что чинил. Думаю, мастер на все руки из меня никакой. Эй, это вы на фотографии со священником? Он ваш друг? Священник очень на него похож. Может, это родственник? Это мой брат Маркус. Этот парень такой замкнутый. Наверное, когда весь день с компьютерами, крыша немного съезжает. А, мне что-то нехорошо. Я пойду умоюсь. Да, идите, я подожду вас здесь. Он странно себя ведет. Нужно быстро осмотреть его рабочее место, пока он не вернулся. Его ручка. На ней должны быть отпечатки. Так мы легко сможем определить, тот ли это человек. На фотографии есть подпись. ЛК. МК. Июнь 2003 год. Но ничего интересного тут нет. Вам лучше? Да, спасибо. Вопросов у меня больше нет. Не буду мешать вам работать. Спасибо за сотрудничество, сэр.